Я не знаю, допустим, сейчас у нас вообще 40 стоит. 40 это небольшая доза для этого. Это киловольт, господи, все нет, 40 киловольт это нормально, я тут смотрю 40 миллиампер в секунду, ну, допустим, если у вас выдержка большая будет, допустим, вот было 0,32 или единичка, да, а если у вас, допустим, выдержка будет, я не знаю, 10 миллисекунд, и не знаю, ну это максимум, вы так не будете облучать, все равно, когда доза будет большая, здесь будет лампочка вейт гореть, нужно держать ее до тех пор, вторую кнопку, пока писк идет, пока идет доза. Если вы раньше времени вторую кнопку отпустите, у вас не целиком доза просто пойдет через объект. Но если дозы небольшие, то обычно это быстро все происходит, мгновенно почти. У меня нескромный вопрос, да. Почему вот эта часть в два раза дешевле вот этой? Это рентген, он облучает. В нем рентгеновская трубка, сделана в Корее. Это DR-панель, потому что она, во-первых, дает высокое качество разрешения снимки. Сейчас мы это сделаем. Плюс два в одном. Если оцифровщик раньше был, не знаю, CR-система, если видели, то есть у вас отдельная была кассета, отдельно он оцифровывает изображение, потом происходит. Здесь же все железо внутри стоит. Там принцип работы немного другой. За счет этого разрешение выше. У вас нет промежуточного звена. Это и панель, и она же обрабатывает снимки. Все, для работы нужен только компьютер, куда он это готовое изображение передает. Ну, это я понял. Все. То есть CR-систему вам с собой нужно там перемещать и так далее. Здесь это все вместе. Все, один кейс умещается. Это рентген, чемоданчик. Все. Дальше. С рентгеном пока вопросов нет. Давайте перейдем к компьютеру. Так, давайте, наверное, все подходите, чтобы вам всем видно тогда было. То можете, не знаю, USB-мышку себе поставить, потому что... Нет, мне так удобно. С трекподом, а я, наоборот, с ноутбука как-то непривычно. Ну, ничего страшного. Дальше. Вы включили ноутбук, подключили панель, включили ее, у вас там индикация мигает, все, она готова к работе. Угу. Вот, если видите, линк, вижу, да. Линк мигает, то есть это питание, линк вас интересует. Если когда линк загорелся, все, она готова к работе. То есть есть обратная связь между панелью и компьютером. Дальше. Ключ-флешку вставили, чтобы заходить вот в эту программу, собственно, с которой вы будете делать снимки. Дальше. Запускаем. Я пароль по умолчанию убрал. Если хотите, можно нажать. Не, не надо. Просто нажимайте, да. Я его потеряю. Так, я вас немножко отвлеку. Да, да. Вопросы какие-то? Нет. Вы там это пока запускаете. Мне просто нужно объявить, что нам подарок сделали. Газпром Трансгаз. Рентген. Вот, Фокин Георгий Анатольевич, там директор, выделил нам 1 550 000 на приобретение рентгена. Да, подарок такой. Но мы бы его не купили, да? Если бы Зоумед не скинуло 250 000, и комплект нам обошелся 1 550 000 вместо 1 800 000. Вот, Борисова Ольга Анатольевна. Спасибо ей огромное. Ей передам. Да. Дальше. Так что вот подарок на Новый год. Отлично. Ну, я финансовую сторону не